Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение сегодняшнего дня. Полусапоги Розанна от бренда Вилмор. Знаете, сапоги с невероятной историей. Это уже хит и бестселлер телеканала Шоп-н-Шоу. И нам радостно сегодня продемонстрировать их для вас в самой еще и лучшей, конечно же, цене. Наташ, ну мне больше всего приятнее, что бренд Вилмор участвует в разработке этих сапог. На самом деле, конечно же, идейными вдохновителями были специалисты нашего телеканала, потому что они собрали мнение наших телезрительниц, они понимают, какие сапожки им бы хотелось, в каких сапожках им будет комфортно. И доверили производство этой модели специалистам бренда Вилмор, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Получились полусапоги Розанна. Во-первых, посмотри, классическая абсолютно конструкция со стильным декором, будет основой ваших многих образов для зимы. И вот это я сразу хочу сказать. Полностью зимняя конструкция, минус 20 градусов, невероятно качественный эко-мех у нас внутри. Конструкция повышенного комфорта, благодаря чему бренд Вилмор применяет технологию 3D-моделирования колодки. И вот их компьютер здесь вывел просто уникальный комфорт. Здесь у нас 9-я полнота, высокий подъем, мягкие материалы и эластичные вставки в области голени. Причем их целых две. У нас есть 3 внутри и 1 снаружи. Вот, а если нам нужна, она здесь просто не подрезана, просто берем, подрезаем и еще 6 сантиметров получаем. То есть автоматическую полную подстройку. И мы сейчас, кстати, покажем сразу, на какую голень способны полусапожки Розанны подстроиться. Давай это важно. Посмотрим. Вот я, например, знаю, что ты тоже не каждую сапожки можно себе застегнуть. Не каждый абсолютно, потому что вообще у меня была один раз история, что мне все продавцы в магазине застегивали сапоги, они их как-то растягивали, тянули. Это было и смех, и грех, знаете, но я ушла без сапог, потому что они так и не застегнулись на мне. Ну вот смотри, сейчас буду доказывать, что сапоги Розанны сядут на разный тип ножки. У нас Марина уже готова к замерам. Итак, что у нас получилось? 41 сантиметр. Марин сейчас застегнется, я тебе скажу высоту сапог. Марин, застегивай и показывай, сколько свободы у тебя осталось. Высота сапог 27 сантиметров, то есть до самой высокой части голени, до самой широкой, они не доходят. И целых 4 эластичные вставки. 3 внутри и 1 широкая снаружи. То есть возможности безграничной подстройки, ваше удобство, ваш комфорт и еще и ваш нежный образ в 2 цветах у нас представлен. И, насколько я понимаю, у нас сегодня классические цветовые решения. Черный и бежевый. Какой для себя выберете вы, решать только вам. Давай сразу дадим рекомендацию по выбору размера. Итак, выбираем четко размер в размер. Настолько по-разному они выглядят, что можно даже и черный, и бежевый. Почему? Потому что для абсолютно разных комплектов они могут подходить. Хотите быть снегурочкой, у вас про запас вот такие светло-бежевые сапоги. Вам нужен образ сдержанной женщины сегодня, надевайте черные. Итак, полусапоги Розанна от бренда Вилмор в 2 цветовых решениях. Выбираем смело размер в размер, и вы попадаете в уникальный день на телеканале Шоп-н-Шоу, когда в каждой рубрике есть специальное предложение дня, и вот оно на ваших экранах. Цена только сегодня на полусапоги Розанна и фиксированная доставка в 199 рублей. Насколько я понимаю, мы сегодня говорим именно о такой базовой модели все. Абсолютно базовая модель с нежным декором, расшита пайетками, здесь есть металлизированная фурнитура. Вот знаешь, вот такие акценты, они всегда делают наш образ, они заставляют его играть, вот быть нетривиальным и очень необычным. Не скучным таким, конечно. Да, оставаться изюминкой в этом огромнейшем мегаполисе и выделяться из толпы. Слушай, ну с черными понятно все, а вот бежевый цвет, его всегда боятся, цвет снегурочек, да, эта снегурочка вся такая воздушная ходит, всегда у нее чистая обувь. А мы-то как, и в лужу любим наступить, и КамАЗ бывает, нас любит. Бывает, что в лужу не обижишь. Вот я подготовилась к эксперименту, мне нужна будет твоя помощь. Давай. Так как у нас очень качественная кожа, которая не впитывает внутрь загрязнения и воду, то даже если вы не просто зашли в лужу, а даже если вы испачкались, и эта грязь засохнет, никаких проблем здесь не возникнет. Вот так. Ты поливай прям воды, уже не жалей. Да? Да. Я хочу показать, что никаких затрат, ни трудозатрат, ни финансовых такие сапожки не требуют. Поверхность кожи остается точно так такой же. Видишь, даже вода уходит, это сейчас особенно видно, поверхность остается сухой. Объяснить почему? Конечно. А сама по себе эко-кожа, она пористая, ваша кожа будет дышать, но поры эти настолько маленькие, что они меньше, чем молекулы воды или грязи. Соответственно, даже если вы испачкались, это не впитается внутрь, а самое главное, никак не повлияет на структуру и фактуру этой эко-кожи, она будет выглядеть так же гладко и так же, как в первый день. А это, знаете, очень приятно, когда сапожки остаются с презентабельным видом,
через год, через два и даже через один все-таки сезон. Ну что же, я уже для себя выяснила, что это базовая модель, значит, под любые ваши наряды она смело подходит. Полуботинки невероятно удобные и комфортные, подстраиваются под наши с вами ножки. Да и плюс еще такой момент, что здесь такая кожа, которая в себя ничего не впитывает, воду отталкивает, грязь смывается на раз, два, три, а значит, вы всегда имеете в сапожках презентабельный вид. Наташ, знаешь, уж не знаю, либо я механики выбираю в сапогах, либо у меня просто плохое кровообращение, но у меня всегда холодные ноги. Сразу тебе говорю, зимняя конструкция, качество современного экомеха нас просто поражает и удивляет. Сравниваем с мутоном. Хочу сейчас тебе показать, что густота ворсинок идентичная. Именно поэтому и греть современный экомех будет до минус 20 градусов и даже ниже. В нем есть натуральные волокна, поэтому ноги твои будут дышать даже в помещении. Ой, как это приятно! Всегда ножки в тепле, еще и дышат. Даже можете сменку с собой не брать. Предложение в ограниченном количестве, возможно, уже к концу эфира оно полностью закончится. Слушай, я в самом начале услышала, что это бренд Wilmer 3D моделирование, какая-то особая конструкция. Особого комфорта, здесь и полнота 9, голень мы уже замерили. Еще хочу сказать, обязательно успеть сказать про подошву. Сделаны из термопластичной резины и очень эффективный протектор. Посмотри, вот такие частые-частые зазубринки, причем в разном направлении. И с такой подошвой вы останетесь в безопасности, и я хочу тебе показать еще один эксперимент. Мы взяли сапоги, тоже похожая колодка, похожая подошва, и вроде как есть протектор, но неправильные сапоги уезжают. И посмотри, что происходит с полусапогами Розана, а ведь такие горки могут нас поджидать зимой. Как раз благодаря тому, что здесь термопластичная резина на основе синтетического каучука помогает нашему протектору удерживать нас на ногах. Держитесь всегда на ногах этой зимой. Никакой дождь и слякоть нам не страшны. Идеальные ботинки из эко-кожи, из эко-меха от бренда Wilmer с невероятной удобной конструкцией, подстройкой под вас.